Здравствуйте. Наконец пришел мой долгожданный подарок на день рождения. Сейчас я его вскрою, покажу вам, заодно расскажу про новый магазин. Итак, это посылка из интернет-магазина, из нового для меня интернет-магазина под названием Кизляр Лидер. Ну и, соответственно, здесь продукция Кизляр. Ну, правда, не только Кизляр, но еще и Кизляр Суприм, насколько я помню. Ну, давайте все покажу. Ага. Сначала смотрим, как все это упаковано. Смотрите. Да, здесь ничего у нас нет. Все нормально дошло, без проблем. Упаковано в пакетик. Ага. Фирменный пакетик. Правда, это не пакетик от магазина. Это пакетик от производителя Кизляр. Да? И внутри пакетика... Опа. Извиняюсь, что шумлю пакетиком. Так. Смотрите-ка. Продавец положил небольшой такой подарок. И это у нас, да, ручка. Угу. ПП Кизляр. Здорово. Здорово. Так, у нас тут какие-то буклетики рекламные. В сторону. Что тут еще? Еще рекламка. Ножи туристические. Посмотрим обязательно, но попозже. Так. Ага, вот, кстати говоря, адрес интернет-магазина, в котором все приобреталось. kizlarlider.ru. Магазин очень интересный и интересен своими ценами. Цены там действительно довольно низкие. Причем даже ниже, чем в официальном интернет-магазине Кизляра, который Кизляр Шоп. Так, это что у нас? Так, это у нас документация на заказ. А это у нас как раз главный лот в данной посылке. И на него типа... Как это называется-то? Сертификат, да? Вроде как. Ладно, в сторону. Чуть попозже посмотрим. Вот такой. Вот такую штуку взял я. Так, это у нас от производителя Кизляр Суприм. Такие вот интересные чехлы. Да, вот такие вот чехлы интересные. А, может, и неизвестное. Давайте лучше другое что-нибудь. А, вот такой вот чехольчик. На Фастексе. Ладно. Об этом, может быть, попозже расскажу. Посмотрю. Так. Посмотрим дальше, да? Блин. Угу. Силикагель положен даже. Тот же чехольчик, но в другом цвете. Прикольно. Хотя, конечно. Так. Местами, конечно, неряшливо получилось. Ладно. Но все это была прелюдия к основному блюду. Основное блюдо это... Вот оно. Фокус. Фокус. Алло. Основное блюдо это нож крот от Кизляра. Это новинка. Новинка конца прошлого года, начала этого года, 2016. Очень мне захотелось этот нож, и я его таки себе подарил на день рождения. Давайте вскроем, посмотрим. Ага. Забавно, да? Все это в блистере. Все это в блистере, но помимо блистера здесь еще закрыто все это степлером. Хм. Ладно. Попробуем все это аккуратно вскрыть. Если аккуратно получится. Ай.
документация. Как все сидит-то крепко. Ха. Что ж такое? Нож. Так, чехол. Это у нас тут... Ничего себе крепко. Это у нас клипса, да, клипса. Ну и крепления различные. И это даже, наверное, не паракорд, это, скорее всего, шнур для ношения на шее. Так, это в сторону. Давайте посмотрим сам нож. Так... У продавца были ножи с браком рукояти. Он об этом писал на сайте. Поэтому надо проверить, нет ли брака на рукояти сразу же, да? Ну, вроде бы рукоять без брака. Все нормально. Нет тут нигде трещин. Каких-то других проблем нету. Не вижу я, по крайней мере. Так, заказывал я отполированный клинок. Пришел отполированный. Это хорошо. Есть еще с покрытием, но с покрытием мне не нравится. Чехол. Так, а что там так? Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе, однако, какой тугой чехол, как-то даже неожиданно. И как высунуть? Ха. Ничего себе, ну я вам скажу, я такое впервые встречаю. Чехол тяжело садится и очень тяжело вытаскивается. Но это не порядок вообще-то. Так, клипса. Ну, клипса, клипса. Ее крепить надо. Хм. Вот такой вот ножик. Главное, без брака пришел. А, обошелся в 110 рублей. На официальном сайте он, по-моему, стоит аж 1500. Могу сейчас ошибаться, не заглядывал. Но когда заглядывал, был 1500 он стоил. Плюс доставка еще, да? А в этом интернет-магазине... Так, вот в этом интернет-магазине нож стоил 110 рублей плюс... Ой, 110. 1100 рублей плюс доставка, но доставка там гораздо дешевле, чем на официальном кизляровском сайте. Поэтому сам интернет-магазин я рекомендую, а нож мне, нож мне показался каким-то странным, если честно. Ну, ножны это вообще, конечно, какой-то ужас. Еле входят и вообще не выходят. Тащу со всей силы. Ну, это вообще бардак. Ладно, на этом все. Первое знакомство с кизляром, оно не очень удачное пока, если честно. Ладно, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.